частности, предлагается не ограничиваться играми, развлечениями и тематическими мероприятиями, а приглашать специалистов, которые проводили бы в атмосфере парка различные лекции и мастер-классы. Проект будут и дальше совершенствовать, но важно то, что концепция прозвучала на краевом уровне и была достаточно позитивно воспринята экспертами. Главная идея – это вытянуть молодежь у нас на свежий воздух, отвлечь от интернета, чтобы они почаще между собой общались, для себя получали какие-то плюсы, может быть, какие-то навыки в разных сферах.